там-там-там, тра-та-та-та-там, от портвейна и гречневой каши, и от славы, добытой в боях, уезжают товарищи наши в те края, где растет фейхуя. Не слыхать там рулат соловьиных для российских привычных столиц, но яиц там полно фейхуиных и с таким же названием птиц. И любое, и каждое слово, что поблизости или вдалеке, произносится на фейхуёвом, на нерусском, на их языке. Не углубить у них там, не начать, ни картошку хранить в гараже. Всю-то жизнь там они фейхуячут, как ты сам догадался уже. Вот вам, братцы, последнее слово, хоть хохол, хоть кацап, хоть еврей, как бы не было там фейхуёво, вы домой возвращайтесь скорей. Нету каши прекраснее в мире, чем родимая на тополе. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорее. Не все хлопают. Пам-пам.